Попили мы такие чаек с нашей зайкой. Да, зайка. Зайка устала, зайка спит. Все, не будем зайке мешать. Мы идем с вами искать супер-пупер босса. Блин, тут мысль в голову пришла. Вот я бегаю. Со спины он мне напоминает это, как его ассасина. Хочется в ассасина поиграть. А с другой стороны, хочется покатать в сталкера. Чисто так, подностальжировать. Как вы, не против, если, к примеру, там первого сталкера пройду? Не знаю, когда. В принципе, так в планах. По поводу третьего не уверен, что мне, в принципе, железо потянет третьего сталкера. Потому что я там посмотрел, там все системные требования, конечно, жесть. А вот первого можно было и пройти, да, наверное, с вами? Так что если да, напиши мне такие в комментариях. Что... Арчи, давай сталкера. Так, а мы с вами теперь отправляемся. Нам нужно найти какого-то... супер-пупер босса и смотреть под ноги. А вот это, походу, либо супер-пупер босс что-то взрывает, либо я понять не могу. Так, бенджер. Тихо-тихо, гниль. Ну, нормально, в принципе. Так, ты кто? А, вот из-за чего нам под ноги надо смотреть. Потому что здесь мины-ловушки стоят, да? Ага, мы отсюда пришли. Или нет, или мы сюда и шли. Если честно, я уже не помню, куда нам нужно с вами. Так, донде стали библиотеки? Блин, прокачал себе дробовик. Тихо-тихо, сейчас покажу. Сейчас вот эти вот смешарики закончатся. Себе дробовик прокачал на 221. И теперь как-то поприятнее это стало. Надо было изначально, наверное, не тратиться на улучшение разного вида. Оружие. А чисто прокачивать себе этот... Ага, очко талантов. Нелегко было. Прикольно, прикольно. Опа. Так, таланты. Да, я, кстати, открыл себе скалолаза. Я перепрыгивал через эти препятствия. Мне дали. А может, и типа, если я буду делать вот такие вот кувырки, мне что-то дадут? Или не? Или навряд ли? Кто играл в эту игру? Есть ли тут навык, типа, переворот? Так, на что мы используем, мастер? Теней, стойкость, снижение урона в дальнем бою. Так, следующее снижение урона в дальнем бою. В дальнем бою снижение урона. Давай, наверное, да. По-любому нам нужна броня. По-любому нам нужна броня. По оружию, в принципе, более-менее нормально. Хотя хотелось бы еще... оно сильнее лупило. Но пока мне, скорее всего, что есть, то и есть. Так, до побачення. Ага. Бонжур. Здорово. Здорово. Так. Минус, минус, минус. Бывали такие моменты, я расслаблялся этими маленькими, и меня как бы сразу убивали. Так что нельзя расслабляться. Есть такая поговорка: не расслабляйся, а то выселят. Ну, конечно, не выселят, но... Мало ли нас тут маленькие... Ой, маленькие зайчики смотрят. Да. Тупо Джон Рэмбо, отвечаю. Йоу. Все. Спокойной ночки. Нелегко было. Ну да, согласен. Не так легко, как с начальными, да, вот этими монстрами.
Там вообще на изи можно было их разбирать с помощью меча. А сейчас даже с дробовика не все берутся. Мозги крушить. Ну куда ты тут бежишь, скажи, пожалуйста. А ну тебе надо. Так, ребят, сейчас секундочку. Во, все. Побежали дальше. Главное сейчас не откиснуть в ненужный момент, и будет все хорошо. Ой, про что я говорю? Расслабился и все, и... И до побачення. Ага, отдохнуть, контрольная точка. Так, а это растяжка, правильно я понимаю? Растяжку, наверное, нам трогать нельзя. Так, давай отдохнуть. И давай посмотрим, что у нас по поводу осколков. Пока месть назад. Дай мне зайти в рюкзак. Материалы. 12 железа. Может, сбегаем домой, прокачаем плащ, как вам? Или не будем тратить пока месть? Так, ну я же сохранился, правильно? Правильно, сохранился. Хорошо. Ну, почти не задело. А вот ты ключ, походу, который она нам дала, да? Да. Вот и ключик. Очко талантов. Хорошо. Так, таланты. Давай, наверное, на здоровье тебя чуть-чуть. Во. А как мне тебя... Ага, или никак. Или не надо мне тебя разминировать. Ну, разминировал. Мы перепрыгивать с вами просто не можем. Можем только кувырок делать. Так, а можем только делать кувырки. Да. Привет. Это тоже растяжка, да? Или не? Или да, или не? Скажи мне, пожалуйста. Что это такое? Пистолет охотника 2. Новые предметы. А ты шо, покажи, где. 126 урон. Ребят, это почти как этот, как его. Как его, блин, а, как дробовик мы. Так, давай сюда. Как говорится, давай сюда. А как нам бы его проверить сейчас бы с вами? Ага, это у нас чисто идет. Понял. Ну попробуем. А, давай посмотрим, что у меня по поводу. У меня винтовка 66, понимаешь? А мне пистолет 121. Так, и что? И тут что-то мне надо сделать? Или мне надо было просто за пистолетом вернуться, прийти. Так, игра. Дай мне подсказку. Ну? Дай мне, пожалуйста, подсказку. Но я застрял. Все, дальше я здесь не могу пройти. А я могу просто выйти сюда? Все, могу. Хорошо. Мы, наверное, с вами за пехалем, да, пришли? Прикольно. Надо будет сейчас... Угу. Надо будет сейчас испробовать. Так, контрольная точка. И куда нам идти? Вот, контрольная точка. Это типа все? Мне домой? Или что? Или как? Или нет? Так, а ну. Покажись. Ну это тупо будет, если я приехал сюда. Чисто за пистолетом. Бум. Ой, шикарно как. Но когда они бегут по 200 человек, то не совсем камильфо.
Ну, использовать как дополнительное оружие, в принципе, да, можно, я думаю. Все, минус. Хотя для этого у меня есть эта, как её же, винтовка. Что будем делать? Идем назад? Либо идем в этот, как его, по доконтрольной точке и возвращаемся. Ага, вот про что я говорил. Вот про что я говорил. Что с этим пехалем так сильно не получится. Эй, воу. Тут, мне кажется, сейчас тут будет... Ага, супер-босс, да? Супер-пупер-босс. Так, здорово. А, ну давай еще. Все, отлично. Что я хотел? Слышь, а ты закончиться не хочешь? А ты закончиться не хочешь? Нелегко было. Ну да, согласен. Секундочку. Так, все. Идемте дальше. Мы пошли направо, может сходим налево? Может сходим с вами налево? Все. До побочения. Может нам сюда и надо? Только мне что-то кажется, что мы по кругу ходим. По-моему, либо в прошлой серии, либо в позапрошлой я здесь бегал по 200 раз. И не мог никак пройти. Ладно, идем. А мне нравится игра. Чтобы локацию не рисовать новую, они просто добавили эту взрывчатку. И все. Правильно. А большего нам и не надо, да? Минус. Сзади кто-то? Ага, здорово. Как она? Оно? Как тебе мой прокачанный дробовик? Нравится, да? Мне тоже нравится, не поверишь. Бабайка заценил, так что шикарно. О! Здорово! Ну а вот это вот... мне уже не нравится. Так, налево нельзя. Угу. Ну все. Хороший мальчик сидеть. Сидеть, лежать. Так, бегим назад. Бегим назад. Воу, ребята, воу. Очередь. Вот этот опасный. Он когда возле вас взрывается, может вам сразу всю броню снять. Так, а чё я коробочку пропустил? Я пропустил коробочку. И сколько у нас теперь железа с вами? 20. Ну, в принципе, я думаю, сможем даже прокачать себе этот плащ наш. Немножко добавить брони. Хотя, возможно, лучше на оружие, чтобы на финального босса. Ну, броня нам тоже, в принципе, нужна. Так, ты кто? Так, что-то у нас... Что-то мы с вами нашли. Очко навыков. Давай, наверное, в здоровье, да, пойдем? Либо...
Либо-либо-либо. В дальнем бою снижает урон в дальнем бою. 3% здоровья плюс 20, здоровье 22. Ладно, давай на здоровье. Вещь и та полезная. Стой, 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 стой. Стой, стой, мне, блин, бы что-нибудь в ближнем бою бы, если б честно. Так, а ты с друзьями, да? Ну да. Ой-ё, тут с мечом этот. Тут этот с мечом, тут этот с мечом, тут этот с мечом. Стой, 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 стой. Дерьмо. Согласен, согласен. Да, где стал библиотека? Ага. А вот и до побачення. А вот и до побачення, ребят. А что я говорил? Так. Угу, угу. Ну, сюда нету смысла, да, возвращаться? Мы там все залутали, наверное. Там все, наверное, с вами залутали. Ладно, сбегаем, еще раз посмотрим. Да, пехарь у нас здесь есть. Блин, я почти прошел уже. Ну, как? Так. Бесишь меня. Скажешь, вы меня бесите. Ни дня, как говорится, без переигрываний. Почему нельзя было сделать контрольные точки, не знаю, там прошел 200 метров, но сохрани игру. Ну сохрани ты игру, ё-моё. Зачем было вот это вот делать, вот такие вот чекпоинты непонятные. Где наш с этим, с автоматом, друг? Где наш друг с автоматом? Здорово. Слышь, а позови кореша. Да не, не тебя. Не тебя. Конечно, тоже милахи, но... Готовченка. Ладно, побежали. Тихо, 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 тихонечко. Блин, бесите меня, из-за вас пришлось заново все проходить. Да, 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 по-любому, по-любому, конкретно ты это и сделаешь. Блин, ну если я сейчас его не мэкну, он же за мной, да, побежишь? Если я тебя сейчас не мэкну, ты же за мной побежишь. Я вот не понимаю, зачем было делать столько много вот этих вот справился. Монстров, которые на нас нападают. Да еще не все. Как тебе? Раз и все. Человек 200 еще будет бежать, да, на нас? Блин, даже в этом, в сталкере было не столько мутантов и вот этих всех разных чудовищ, как здесь. Они там не сильно напрягали, а реально пугали. А здесь они больше напрягают, чем пугают. Кто следующий? О, очко навыков. Так можно, наверное, поумирать раз 200 и прокачаться себе полностью. А, дерьмо! До последнего этого, как его... Да ё-моё, сколько вас тут? Не дадите мне смысла собраться. До последнего таланта можно будет прокачаться, да? Давай, наверное, здоровье. Ой, ё-моё, сзади вот это вот бежит. Здорово. Как она? А я не попал в тебя? Ой! Больно в ноге, вот про что я говорил. Ну как так? Ну вы реально бесите.
Вы реально меня бесите. Ну, понеслась. Ну, понеслась, да. Хорошо, я пройду еще раз, мне ж не сложно. Ой-о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 й. Ну да, я прошеврил, вот эта маленькая штучка взорвалась. Нам нужно проходить это все заново. Ура, спасибо, игра, что у тебя нет. Здесь автосейва. Они наступают. Угу, пусть наступают. Не, с одной стороны, я понимаю разработчиков, зачем это было сделано. Потому что, наверное, игра короткая. И нужно как-то... Типа, чтобы больше казалось. Но с другой стороны... Но с другой стороны, не. Фу-фу-фу. А можно мне чела с пулеметами, пожалуйста? Как тебе? Можно мне чела? Ой, ё-моё! Но нет, но тут тупость, это реально тупость. Это реально тупость. Так хорошо начинали. Они наступают. Так хорошо начинали, и вот так плохо мы с вами. Ой-о! Ты чего? Ты чего? Кусь сделал, да, дядя? Дядя Кусь сделал, падла. Я себя еле сдерживаю, чтобы сейчас не заматериться. Просто мне реально впадло это все запикивать потом. Так что стараюсь держать себя в руках. А иногда, когда микрофон выключаю, то я там говорю плохие слова. Давай, иди сюда. Так, минус один. Хорошо. Блин, можно мне с этим, с пистолетами, не с мечами? Угу. Так тебе и надо, курица помада. А меня не больно, курица довольна. Да, давай еще откисни. Еще раз. Еще раз откисни. Все, бегим. Бегим. Блин, уже игра должна скоро закончиться, а мы все еще на одном месте с вами. Так, ага. Тут с мечами, да, я смотрю. Нужно по-быстрому с этим разобраться, с мелким. Нужно с мелкими разобраться, чтобы они нам не мешали. Так, бонжур. Умри. О. Во-во-во, и подкрепление. Ля, сразу бежит, понимаешь? Сразу же бежит подкрепление. Ну ладно, большие боссы мне снимают все хп. Но эти мелкие как? Ну какого? Ну что за дела? Надо реально ехать домой. 13-й тут район, отсек, не знаю как оно. И прокачивать себе. Прокачивать себе свой пинджак. Потому что брони у нас с вами вообще ноль. Мы с двух тычек отъезжаем. Так, мы реально отъезжаем с вами с двух тычек. Тыгдыцкий конь, да? Тыгдык не делает. Опа. Паркур. Ну вот, тут было хорошо сейчас бы нажать F2. Либо F1 и сохраниться. Но нет.
Разработчики этого не предусмотрели. Мозги. Умри! Хорошо, хоть патроны с них высыпаются. Это хорошо, что с вас хоть патроны высыпаются. Потому что если бы не было патронов, было бы вообще печально. Так, а куда нам надо вообще? Куда нам вообще... Ой. Надо. Ты что, серьезно? Я чуть не откис от... Ой, игрулька, пожалуйста. Ты мне очень нравишься, я не хочу тебя удалять на этом месте. Мы же правильно идем, я надеюсь. Или не, мы сейчас... Или мы сейчас по кругу пошли. Так. Бонжур. Бонжур, бонжур. Потому что будет тупо как-то на середине игры удалить ее. Хотя я это так с этим, с Шерлоком сделал. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты что это задумала? Либо задумал. Мистер Бабайка. Нет, 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 пожалуйста, нет, нет, нет. Все, до побачення. Там где эта ракетка? Вот она. Так, перезарядить, перезарядить. Сталкере в лаборатории, наверное, мне уже патроны все закончили. Я бы чисто бегом бежал бы. Но это мы назад возвращаемся, получается, да? Или что, или я не могу понять. Это мы... Отдохнуть у контрольной точки. А мне точно сюда? Либо как-то мы не сюда пошли. Так, игра. Дай мне, пожалуйста... Подсказку, давай сохранимся. Может, мне надо было в другую сторону идти? Или нет? Или мы все правильно сделали? Давай смотреть, давай смотреть. Просто будет тупо, если нам сейчас опять назад возвращаться. Так, что нам нужно сделать? Так, найти хранителя лабиринта. А я его не нашел, да? Конечно, я его не нашел. Можно мне мини-карту, пожалуйста? Так, и как понять? А, вон что-то мигает, видите? С левой стороны. С левой стороны там что-то мигало. Может, нам сюда и надо? Или что это мигает? Блин, тупо как-то. Так, все что-то мигает. Ну? Алло? Мы с вами открыли. Что это у нас мигает? Контрольная точка. Во, надеюсь... Надеюсь, это то, что нам нужно. Так, давай сохранимся. Сохранимся. Так, перемещение. Пошли домой. Сейчас прокачаем хотя бы на один, я не знаю, на один, на два. Наш этот, как его, плащ. Чтобы добавить немножко брони. Так как это вообще не дело. Так, найти хранитель лабиринта. Блин, иди мне его искать. Бонжур. Слышь, малыха. Что? Помоги мне, пожалуйста, прокачать. Ну, так, покупка. Что это такое? Наделяет боеприпасы силой огня. Повышает наносимый урон на 15%. Выстрелы, имеющий шанс наложить эффект грини. Блин, прикольно. А давай, наверное, я сейчас...
У меня полно работы. Ой, да ладно. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Что-то нужно? Да, нужно. Давайте посмотрим. А, где наша одежда? Броня, вот наша броня. Вот наш плащ. Броня 39. Давай, наверное, улучшить. Хорошо. Давай, наверное, голову, да? Либо ноги, вот. Ноги, да? Отлично. И как раз на бошку еще осталось. Не знаю, поможет ли нам это все. Либо не поможет. Так, что это? Дробовик я могу за 300, да? Улучшить. Так. 234. Улучшить. 247. Ну вообще пока. Шикарно. Да, давай. Пока я к твоей малыхе. Да отстань ты от меня со своей болтовней. А это ты мне, да, продашь эту штуку? Ну, давай глянем. Это типа... Так, покупка, создание. Выпускает снаряд вместе попадания, которое... Ага, приманку растения имеет 200 единиц здоровья и заставляет врагов в радиусе 10 метров атаковать себя в течение 10 секунд. Не действует на сильных противников. А, ну тогда нам это не надо, да? Так, огненной выстрел. Ага, иди уже. Так. Огневой выстрел, это типа мне прокачать его. Так, снижает урон вражеских атак на 26.75, снижает в ближнем бою урона. Давай, наверное, мы... Я даже не знаю, куда. Давай, может, на пихоль поставим? Мне это, в принципе, метка охотника и не нужна. Я и так по звукам уже определяю, где монстры. А вот эту вот штуку бы проверить... Проверить было бы неплохо. Она сейчас как раз и зарядится. Ну, не знаю, нужно будет испробовать. Так, перемещение. Отлично. Да, полетели. Так, шикарно. Сейчас, ребят, одну секундочку, я гляну, что у нас там по поводу времени записи, полчаса. Я думаю, в принципе, нормально будет. Видосик на полчаса с кофе попить. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, до потом, и в следующей серии будет следующая серия. Так что все, всем мур-мур.